Мой прадед Синельников Николай Михайлович в войну был пулеметчиком. Свой первый бой он принял под городом Юхновым. Рота еще не успела окопаться, как фашисты открыли огонь. Некоторым новичкам не удалось сделать ни одного выстрела. А вечером рота поднялась в атаку. Эта ночь запомнилась моему прадеду навсегда. Они вдвоем перебежками пробирались вглубь. Пулемет хорошо прочищал дорогу для пехоты. В азарте боя они не заметили, как далеко оторвались от своих и оказались в самом дому фашистов. Ох и страху они нагнали на фрицев. А ночью они вернулись к своим. Далее мой прадед был удостоен награды. Он прошел всю войну, освобождал пол Европы и не единожды был ранен. Я горжусь им, помню и люблю. Марусов Иван Павлович. В возрасте 18 лет Марусов Иван Павлович пошел служить на фронт, защищать родину. Он служил радистом в 420-м танковом полку станции «Завитая» в должности старшего сержанта. Марусов Иван Павлович участвовал также в войне с Японией, получил награды за победу над Германией, за победу над Японией и за отвагу. Мой прадед Виктор Федорович Семушкин – профессиональный военный. Виктор Федорович участвовал в боевых действиях против японских империалистов, за что был награжден медалью за победу над Японией. Защищая свое отечество в звании старший сержант, он получил тяжелые осколочные ранения обоих ног. Рискуя своей жизнью, он защищал не только своих близких и огромную родину. Он защищал и наши жизни, еще несколько неродившихся поколений.